Схема движения общественных маршрутов в областном центре во время проведения чемпионата мира по футболу изменится. Об этом сообщает департамент транспорта Самары. 40 составов трамваев задействуют в перевозке болельщиков. Новый маршрут С1, спортивный, проследует от железнодорожного вокзала по Красноармейской и Галактионовской, затем через Полевую, проспект Ленина, Новосадовую, Ташкентскую и дальше по новой ветке к стадиону. С 14 июня по 15 июля 2018 года за 4 часа до начала матча и 3 часа после окончания 70 спортивных экспрессов пассажиров будут перевозить бесплатно по паспорту болельщика. У троллейбуса номер 6 маршрут сократится. Конечная остановка будет не на Губернском рынке, а на площади Революции. Появятся автобусы с литерой «С», а вот пассажиров самарского метро изменения не коснутся.